Przed państwem reprezentant Włoch. Representing Italy. Так, ну а теперь Карел Зеленко. Фигурист, от которого мы очень давно ждали такого проката, который он продемонстрировал в короткой программе. Сейчас он восьмой. Саундтрек к фильму «Александр». Да, кинематографические премьеры по нескольких последних лет дали огромный музыкальный материал фигуристам. И они его с удовольствием используют. Карел Зеленко, 23 года ему. Его произвольная программа. Тройной флип, тройной тулу. Прекрасно. Очень легко. Тройной луц, тройной, двойной тулуп. Сальков. Тройной сальков. Двойной тулуп и двойной ридбегер. Ой-ой-ой. Ох, какое досадное падение, дороже шагов. Ну как это? Совершенно неожиданное падение. Подустал, наверное. Стоять. Молодец. Еще один тройной луц. Ну, и напоследок флип. Тройной флип. Двойной аксель в конце еще.
ударил. Ну, ты увлекся. Блестяще, молодец. Были ошибки, но общее впечатление очень хорошее оставил. И нужно отметить, что за компоненты должен получить неплохие баллы Карел Зеленко. В данном случае, я думаю, и прокат пополнения. Очень целостная программа. Что очень целостная программа, да. Это осанка, стиль, линия тела, вариации скорости, да. Все да. Это было очень у него прокат на хорошем уровне. Прокат всей площадки, расположение элементов, да. Все это компоненты, выразительность. То есть представление программы, подачи ее очень хорошими были. Браво, Карел Зеленко, 23-летний чешский фигурист, который представляет Италию. Тренирует его Карел Зеленко-старший, то бишь его отец. Большую часть времени работают они на льду Миланского дворца спорта и еще в Оберстдорфе. Я думаю, он произвольно может программу выиграть сейчас Грегора Урбуша. Родился Карел в Чехословакии. Именно в Чехословакии, да. Еще тогда страна не разделилась на две независимых республики. Но в возрасте 6 лет его родители мигрировали в Италию. Вырос он уже в Италии и является итальянским гражданином. Была у него небольшая травма. Вот. И, в общем-то, он катается, превозмогая боль. Вот и самая-самая грубая ошибка. Кстати, такая дурацкая ошибка. Необоснованная абсолютно. Необоснованная. Да. Здорово, просто здорово. Хороший образ был создан. Все очень цельные костюмы, прическа, и линии, и хореография программы. Браво. Смотрите, чешская школа-то опять как поднялась. Томаш Вернер сейчас лидер соревнований после короткой. Выходец из Чехии Карел Зеленко. Отец-то воспитан именно был в старой чехословацкой школе фигурного катания, которая дала достаточно много сильных фигуристов, чемпионов. Если смотреть, и в танцах, в парах, и в одиночных. В дэнных поздырах очень много фигуристов, да. Ух ты, 67-20. Я говорю, он сейчас будет все. Первый. Здорово. Между прочим, Урбуш проиграл по произвольной программе Линдемана, но обошел его по сумме двух. А здесь победа вчистую. Оцена за программу довольна, есть его наивысшая. 127,2. Он побеждает всех, кто до него выступал и по результату произвольной, и по общей сумме баллов. Молодец. 191,73. Да, вот это целый, уже хорошо. На 10 баллов. Практически на 10 баллов приезжает. Здорово. Грегора Урбуша. He's currently in the first place. And ladies and gentlemen,